Всем привет! Сегодня у меня будет на обед тыква. Тыква с яблоком и с рисом. Значит, готовится следующим образом. Продолговатая тыква, килограмм, очищается в очищенном виде, килограмм. Затем полкилограмма очищенных яблок. Полностью удалить сердцевинку, все. Порезать вот такими кусочками, как у меня. Далее налить 250, это стакан воды. Налить, поставить на огонь. Сначала на большой огонь, потом можно уменьшить немножко. И тушить порядка 40 минут. После этого, когда все это протушится, берем, значит, блендер погружной. Блендером все это взбиваем хорошо. И опять ставим на огонь. Вот после этого, когда уже взбитое, значит, мы добавляем щепотку соли. 3 столовые ложки, ну можно по вкусу, сахара. И пол стакана промытого риса. Это уже в кашу в эту добавляем. Все хорошо перемешиваем и ставим на медленный огонь. И ставим, пока не дойдет рис. В конце, как рис дошел, 55 граммов масла сливочного, 82%. И все, приятного аппетита, каша готова. Всем спасибо за просмотр.